Я тут, короче, генерирую обложку для Ютуба. Время, между прочим, 23:36. Ну, это так, если вдруг кто спросит. Никто. Она уже два раза зависла так очень жестко. Блин, зато какая классная получается жесть. Не хочет она два степа сделать. Но она и не зависла, она просто тупит. Наверное, слишком большое разрешение. О, 24 из 25. Слишком большое разрешение для этой картинки взял. А, часики, здравствуйте. А, я еще при записи графический процессор загрузил. О, дурачок. На 100% выгружен. Графику на сотку я еще не выгружал. Первый раз. 83 градуса. Просто печка. Сейчас плавиться начнет. Несите яйца, сейчас будем жарить. А, OBS к GPU еще грузит очень много. Да, остановлено время. Действительно, очень много грузило из-за OBS-ки. И как я ее только выключил, она мгновенно шагнула на один шаг, и получилась вот такая вот картинка. По запросу шапка. Скорее всего, она не читает русский, но я еще не проверял. Вообще, теперь шапка выглядит это вот так. По-моему, она какая-то, ну, слишком не вписывается в это все. Да. Ну, стандартный туториал по блендеру. Берем Ctrl, ой, не Ctrl, а нажимаем X-Delete. Все, мы теперь мастер по созданию моделей. Шапка для канала бездушный. По-моему, она опять встряла. У меня только одна запись. Я беру 20% ГПУшки, и генерироваться это все будет, ну, не самым быстрым образом. А, сейчас я жестко тупанул, короче. Я забыл, что в туториале предупреждали не использовать русские символы для... О, поехал. Не использовать русские символы для установки этих плагинов. Возможно, оно как-то влияет на генерацию. Просто русский может тупо не читаться. Но если сейчас хоть какая-то шапка будет, то... Так, магия происходит. Вижу какую-то ванну, какие-то стены. Так, кухня, кухня, ванна. Кухня, ванна, доски, ванна, ванна. Во, заебись. Что будет, если... Что там у нас? Ванна, шапка и какие-то доски. И сделаем header for YouTube channel cool. Погнали. Какая-то фигня. Ну, что такое шапка? Шапка — это элемент одежды, верно? Под какой object, subject она может попасть? О, это же head, верно? Хэт. Я хочу хэт. Жанр. Давай, фэнтези. Концепт артист, неважно. Еще раз. Ну, не знаю. Еще разочек попробуем. Разрешение в два раза. Ну, давай, удиви меня. Нарисуй мне шапку, которая выглядит как шапка. И это... Ого. Ну, что это? Ну, наверное, шапка. Окей. Окей. Проверим, что это не на рандоме выпала шапка. Тейбл. Тейбл. Так. Не, это не тейбл. Это какая-то... Просто какой-то рандомный environment. Жаль. Потом без «э». Просто «тебле». Или «теблет» даже так. Погнали. Какой-то случайный ландшафт. Хотя, подожди. Ну-ка, жанр кастом. Удиви меня. Рисует какого-то человека. Даже двух. Вот. Автор этой работы, подписывайтесь. Если можете прочитать. Я не могу. Ну, не знаю, концепт, кстати, прикольный, но это не таблет, хотя таблет — это что вообще? Это планшет. А он мне рисует не планшет. Ну, давай, я хочу увидеть планшет. Так. Просто пресет надо было кастом поставить, он нарисовал бы тебе кастом. Во. Классно.